Ну, вчера, говорю, я вот на парковку приехал, на стоянку, в интернете смотрел, совсем другая фотография. Я подумал, что ошибся. Перезабил. Сделал круг и опять вернулся в это же место. Так что доверять картинкам компании из интернета опрометчиво. Нет, место неплохое, там для маленьких машинок асфальтированные эти стоянки, это места размечены для стоянки. Историю я рассказал сегодня утром вам. Запас хода бензина на 620 километров. Расход с начала старта 5,4 литра на 100 километров. Пройдено 6406. Время в пути 7 часов 7 минут. Средняя скорость 57 километров в час. Это с учетом того, что вот останавливался, это все засчитывается. Красота, какие просторы, душа радуется тому великолепию. Я думаю, со временем автотуризм у нас в России будет набирать обороты. Почему люди раньше не ездили? Дорог не было, ни дорог, ни инфраструктуры. Сейчас дороги, федеральные трассы, государевы дороги привели в божеский вид, нормальные дороги. Постепенно наращивается инфраструктура, имею в виду заправки, стоянки, кемпинги, ну и прочее. И я думаю, со временем это будет наберет нужные обороты, и много людей предпочтут отдохнуть в России, поехав куда-нибудь, чем куда-нибудь за рубеж. В Турцию, там, в Грецию и так далее. Конечно, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравится галопом прибыть в ту же самую Турцию. Ну, я имею в виду на самолете. Вот, потом неделю там жариться на солнце, плескаться по бассейнах. Кто-то предпочтет вот такой отдых, как вот сейчас показываю я. Ну, 600 километров, 700 километров в сутки — это много, очень много. Ну, каждый выбирает сам себе отдых.
я привык к аскетичному образу жизни. Мне это нравится, спартанский такой. Конечно, от удобств отказываться это не то что глупость, просто дурость. Но минимум комфорта. Можно было вытянуться в полный рост, например. Чтобы было тепло. В общем, вот так. Эти замоченные кровати, унитазы, позолоченные. Это не для меня. Привал 290 метров направо. С левой стороны тоже и заправка, и стоянка. Все, что хочешь. Кафе «Панорама». Просматривая видео, можете записать координаты понравившегося места. Навигатор вас привезет сюда. Важно, чтобы стоянки были и охраняемые, и асфальтированные. Был туалет, чтоб был умывальник, душ, где-то банька, где-то остановиться, чтоб прачечная была, постирать вещи. Такая, например, я вот знаю, на границе Челябинской и Курганской областей. Там стоят стиральные машины. Заплатил, не постирали, чистенький опять в путь. Заметно незначительная. Я думаю, через годик, наверное, и этот участок начнут ремонтировать. Thank you.
21 километр. 221, да, до привала. Навигатор показывает 2 часа 25 минут. Двигаться. Так, 14 плюс 17. Примерно то же самое, что и вчера время. Там надо еще найти стоянку охраняемую. Кантапога 11 километров. Да, достаточно много придорожных кафе, гостиниц, мест для отдыха. Но в Кандапуга, по-моему, не заезжает. Thank you.
памятник. Не знаю, видно было, нет. Волны, чтобы это, откуда они взялись, что это такое. Ребна везет, что ли? Вспомнил, сзади телепается. Ребна. Дом строит деревянный дяденька. Thank you.
96. Что за красавица стоит, заманивает. Молодцы. Еще большая стоянка. Машин много, очень много. Асфальтированная. Thank you.
поднялся до 5,3 литра на 100 километров. Пройдено 444. Движение 7 часов 37 минут. Средняя скорость 58. Запас хода 590 километров. Температура 19,5 на улице. В салоне тоже то же самое. Булыжники лежат на обочине. Откуда они взялись? Thank you.
монотонность движения, она немного усыпляет. Я спать не хочется. Первый признак. Что тянет в сон, это, например, для меня это, когда начинаешь гнать педали. Пошли.
176 до привала ориентировочно. Сейчас 56. Мурманск 829, Сибижа 172.
на Дружье Будь заехать.